Хе-хе-хе-хе. Чего не ждали? А я вернулась спустя... Ой, месяцев 7-3. Ой, 3, ага. Короче, мы играем в замок Магико. Мы молодцы. Что еще могу сказать? Предупреждение в этой игре содержится множественные сцены серии игры. Чего? Ладно, ладно. Так, кстати, японская озвучка плюс уже игре. Это уже круто. Эй, не спится? Котик какой-то. Ты приняла свое лекарство? Это к нам обращение? А главный герой чем-то болен? Понятно. Все в порядке, я здесь. Надеюсь, скоро тебе полегчает. Я тоже надеюсь, нашему герою скоро полегчает, он не будет видеть вот эту галлюцинацию. Ой, знаю. Сегодня я прочитаю тебе сказку. Какую, спросишь ты? Очень веселую, грустную, жестокую, извращенную. Вот такую вот сказку. Мне уже не нравится. Думаю, тебе она понравится. Да, кстати, я снимаю с Бандикама, здравствуйте. Ну, не нашла я другое нормальное приложение, с которого я могу снимать. Ну, тогда давай начнем. Все будет по 10 минут, будем проходить на изи. Ой, боже мой. Какая страшная игра, у меня стул даже скрипит. Телефон, бабай. Давным-давно уже жила-была старшеклассница. И звали ее Йонака Курай. Ух ты. Кстати, заметьте, старшеклассница почему-то. А хотя, в принципе, школьницы любят добавлять всякие японские игры. И вот однажды она села в поезд. Или на поезд. Не поняла. Просто отвлекаюсь немножко. Ну, игра... О, какой графон! Так, игра мне уже нравится. Так, Йонака... Скорее бы попасть домой, стрелочку, иди, пожалуйста. Сегодня приезжает мой брат, так что я должна попасть домой как можно скорее. Сколько времени прошло? Я так скучаю по нему. У тебя синдром брата или чё? Главное, я шучу, не надо мне в комментариях на меня бомбить про синдром брата. Управление подтвердить Z, отменить X, открыть меню X. Управление двигаться. Стрелки идти медленно, держать X, держать Shift двигаться. А ну, о, мы бегаем так. Какая крутая менюха, вау. А сохранение, давайте прямо сейчас сохранимся. Так, важное, ID учащегося. Ага, это человек является учащимся. Ну, ничего интересного. Это что? Получен красный перец. Ну, не удивлена. Пока давайте походим просто так. Ух ты! Девушка с безжизненными глазами. Ой, ненавижу поезда. Ты ведь и автобусы ненавидишь. Автобусы? Еще хуже. Мне всегда так душно. Сама знаю, потому что я еду не в автобусах, конечно, а на газельках. Там тоже не прекрасно пахнет. Тогда что же ты любишь? Велосипеды. Ну, томительно. Ах. Окей, что нам остается? До следующей станции еще далеко взремну. Ну, что нам остается? Я не вижу других вариантов. Вообще, мораль пока что не спать в поездах. Кстати, там написано жив. Е-е-е. Мы типа живые. Спасибо за намеки. О, смотрите, сменилось на умер-умер. Типа сейчас даже, если у меня стрелочка видна, то это где-то вот здесь, где голубое. Ну, если хотите, присмотритесь. Я даже поинтереснее сяду. А? Что? А что такое? Мы что, остановку проспа... Вот дурак, не спи в поезда. Конечная станция, Магико. Магико, я не знаю, я называю Магико, или Йонака. Йонака зову. Ну, чё? Какое-то говно опять, да? Чего? А чё такое? Что? Постойте! Что? Это станция? Ты чё тупенькая? Это станция. А, не с юморком. Магико. Что это за станция? Магико, никогда не слышала. Ладно, побежали отсюда, я что-то не хочу торговый автомат. Ни одного проводника. Неужели это какое-то захолустье?
Но серьезно, я никогда не слышала об этой станции. Ну, сейчас, наверное, стоит пойти осмотреться там. Мне что-то не нравится. А, смиритесь с парашютом. В заборе дырки. Объединение красного перца и пасты. Сейчас мы набираем нового члена. Хотите стать перцемис... персистимом? За подробности по телефону. Что же это за группа такая? ХЗ. Клочок бумаги должен сопровождать старшеклассниц. О, а мы как раз старшеклассница. Чё-то её наки не видят. А? Ну да. Ага. С 1 по 31 каждый месяц день проходит парашюты. Есть парашюты ради мира. Ну, короче... Но ведь это каждый день. Да ты кэп, юнака, господи. Большая распродажа парашюта. Лечь тебе сколько влезть? 800 йен в час, 800 рублей. Господи, ужас. Наслаждайтесь бесконечным потоком гёзы. Это что такое? О, получен парашют. А что это такое? Дайте посмотреть. Парашюта. Фу, я не люблю мясо. Да, кстати, кто не знает, я наполовину вегетарианка, так что я мясо не ем. Знаю, кто ты есть? Ну, я знаю! Насчет Йонаки не знаю, но себя-то знаю. Кукушка не поет, так что убейте ее и зажарьте, тогда точно запоет. Лучше просто, знаете, у человека... Встреча по... Ага, давайте зажжем участие по ССП... ну, короче, для поджигателей, кто хочет сжечь планету. И круг за кругом, где же остановится? В замке Магико. Кстати, игра так и называется Магико Кастл, замок Магико. Лол. Три километра за хамамахам. Некоторые бух не хватает. Короче, за замком Магико. Не гнутся плечи. Кривая спина. Мы рекомендуем парашюты. Воу-воу-воу. Логично. Что такое? Такое чувство, будто за мной следят. Ой, да ты чё? Это типа был скример? Тет не очень какой-то эффектный. Понедельник удалось создать чай, пятница, суббота, воскресенье, не парашюты, есть парашюты, вкусно прошло. Сколько здесь этих странных плакатов? Насколько вообще можно любить эту парашюту? Создается такое впечатление, будто это и не слово вовсе. Это какая-то карта, наверное, но Янака не может ее прочитать. Что это вообще за язык? Я хочу гёзу. Написано крови. Лес Магико там. Ну, это, знаете, для тупых. О, касцена, кажись. Обожаю касцены. Я бы могла снять 7 минут и сказать, довольствуйтесь. Ну ладно. У нас еще 2 минуты есть. Это место странное. Почему я оказалась здесь? Я должна вернуться. Вот говню. Кто это так заорал? Кто орет так? Еще это не трагично. У меня мурашки по коже. Ну и кто это так орет? Киса. Та самая. Это та самая киса изначала. Та самая. Молчи. Она неизвестна. А? А? Это какая-то мягкая игрушка. Магиге. Оно разговаривает. Магиге. Озвучено так прикольненько. Оно заговорило? Ага, я могу говорить, Маге. А ты ведь довольно милая. Ой, фу, звучало не очень хорошо. Чего? Старшеклассница, да? Маги тебя любит старшеклассниц. Что? Маги-ги-ги-ги. Эй, парни! О, боже мой, страшно уже. О, май гад. Юнака, беги, дура. Маги-ги-ги-ги. Маги-маги-маги-маги. Маги-маги-маги. Ах, маги-маги-маги. Тупые диалоги. Ты магитян, хочешь повеселиться? Все нормально, мы будем очень нежны в тупе. Чё? Я прав, парни? Парни, ага. Рать не могу, так у меня вообще-то родители дома. Беги и не останавливайся. Бежим, шеф, не надо зажимать, только шеф. Беги, Юнака, дура. Бежим, 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 бежим. Беги, 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 беги. Все? Что-то слишком меня напугало уже это. У меня так FPS, короче, играется просто. Тут по 26, тут по 15. Короче, держитесь. Май гад. О, все. Интересно, она в 4 что-то произойдет? А, нет, не происходит. Очень жаль. Ну, куда мы пойдем в следующий?
Ой, а куда мы пойдем? Короче, узнаем в следующей серии. Всем пока!